Очень мощный град обрушился на мексиканские города Рейнос и Тамаулипас. Град был буквально чудовищный, а его размеры впечатляют своим видом, как яблоко. Апокалиптические кадры публикуются в соцсетях местными жителями. Огромные льдины разбивали вдребезги шиферные крыши, а машины буквально пробивало в решето. Огромные площади растительности погубило. Жители в прямом смысле плачут, что их посевы и урожай безвозвратно погубило. Такого я никогда не видел. Грохот стоял неимоверный, казалось, это конец. Сказал местный житель. Градовый шторм нанес колоссальные убытки как инфраструктуре, так и сельскому хозяйству. На данный момент убытки только подсчитываются. Пострадавших людей нет, все живы. Mira nomás, si ya están derretidas, ya tiene 10 minutos o 15 que cayeron.